Всем привет, дорогие друзья! Вот мы идем с прогулки. И вот, похоже по клеточкам, что это водяной уж. Но хз может это и гадюка. Сейчас я попробую спугнуть. Ой. Ай, похоже, что его уже... Ай, не, смотри-ка. Живая. О, не знаю. Ну, может, и гадюка, конечно. Но она на дороге. Надо ее спугнуть, чтобы ее не переехали. По-моему, ее травмировали. Я не знаю. О, как она. Боюсь ближе брать. Еще цапнет нахрен. Но это я к тому, что видите, как у нас тут, так сказать... Опасность на каждом шагу. То ужи, то ежи, то, блин, гадюки. Вот. Я ее на обочину, она, дурочка, лезет на проезжую часть. Олег мне дал палку, говорит, только руками не лезь, не трогай. Я ж начинаю все хапать, конечно, разглядывать. Вот что-то народ там раскрывает. Ладно, иди туда. Тут тебя тут либо добьют, а так еще шанс есть. Иди. Да, пожалуй, что ее, наверное, переехали. По-моему, она не больно активная. Конечно. Вроде. Не знаю. Ай, не, гадюка, ребята, по расцветке-то. По расцветке-то гадюка. А-а-а, гадюка. Ну, молодая еще гадюка. Такая. Да, козы дурные, лезут. Им же надо понюхать травку, все такое. А она еще возьмет, да и цапнет, да гадюка. Ну как, да. Ой, да. Опасности подстерегают на каждом углу.